Чатку — это свапер, который сейчас защищает Джонни. Нет. Он говорит, он видел, он убил знака. Нет, он пишет. Ну вот, ураган пишет. Литпут. Вот. Да, ураган. Это ураган. Добро пожаловать в Among Us. Сегодня вообще максимально необычный и странный, а самое главное, охренительный ролик. Я вам серьезно говорю, ребята, вы можете авансом поставить лайк. Сегодня залетел случайным образом хитрющий подписчик и... Не буду говорить, все увидите в ролике. Напомню, ребят, что тогда автор у меня FGK, вы можете меня поддержать абсолютно везде, вписав 3 счастливые буквы. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Ехал. Да, давайте супер, стоп. Нас девять. Кстати, ебать, он мод скачал. Чел зашел на YouTube канал этого чувака. Скачал мод и зашел. Так у нас написано, какой мод. Так я понял, но он реально это сделал, не поленился, бля. Можно ему один раз поиграть. Давай, реально, пусть поиграем с нами. Давай, все так будут играть с нами. Один раз. Это один... Последний на всю жизнь. Базару нет. Нихуя себе, блядь. Ебать, чел реально гений, нахуй. Просто, блядь, взял, скачал, нахуй. Еще к нам успел зайти. Ебать. А, я не могу в невидимке, бля. А почему умер Аси? Пососи, блядь, сука, 51. А, ну, я думаю, следует. Зачем? Не надо было репортить. Нет? А откат же времени сейчас должен был произойти, не? А, оно бы их откатило разве? Чатку, пиши, подожди, пиши нас... в чате, в Among Us. Да, Было два трупа. Подожди, стоп, было два трупа. Валялось два трупа там. Кто-то возродился? Знат, по идее, потому что валялся Знат и Аси. Знат возродился. Я просто не подумал про время, я не увидел. А, да, возродился? Да. Ты живой, да. А. Что? Стой! Еще раз, Нат. Еще раз. Я тебя убил. Смотри. Кстати, подписчик пишет, что это ураган. Да, смотрите. Он пишет, что это ураган. Так объясняю. Он прикрывает Джонни. У меня роль импостер. Ангел, мне показывает, типа, в команде с Джонни все дела. Потом я бегу вниз, и меня Джонни убивает, я понять не могу, какого хера он меня вообще убивает. Подожди, может, морф? Не знаю. А Чатку уверен, что это ураган или нет? Ну, я это его подозрение. Я тебя не убивал, дурак, что ли? У меня карточки стал. Так, я что? А как? Да не, ну это хорошо. Железно, Джонни. Хорошо. Показал, я же не могу это придумать. Знат, тебе показало, блядь, но ты тяжело, тебе это показывает еще, блядь, ты в курсе? Ну, а мне еще пока что я твой ангел-хранитель, я откуда знаю, как это работает? Так ну, видишь, ты убил, слушай, ну, дурак? Слушай, ну ангел-хранитель так и сдохни за него, поехали, голосуй. Так ангел-хранитель не может быть из импостера, блядь. А вдруг? Сдохни за своего подопечного. Голосуй в Джонни. А я все роли вижу, что мне делать, как с кофе? Голосуй в Джонни, ты мертвый, получается. Я заюзал способность, которая откатывает время вот прямо сейчас. Так два трупа было. Голосуй в Джонни. Вот и все, ангел-хранитель. А, понял. 3 дебила у нас. Знат живой? Знат может второго сплить. У нас врага, она потому что втрое втопили. Блин, ну я всех знаю, что мне делать? Я Знат 51, смотрите, я сейчас буду всем руинить катки. Ребят, я Знат 51, я руиню всем катки. Ну чё? Погоди. Я вам могу 100% штуку показать, то что я мирный, но... Капитан, короче, понятно. Не договариваемся. В инстаграме. Так уже есть у тебя... А, ну у меня-то есть, я остальным думал тоже покажешь. Ребят, я не успел заруинить всем катки. Если что, это Знат, блядь. Ребят, враг. Давайте все дружно сейчас в Джонни проголосуем, пожалуйста. Согласен. Я проголосовал. Знат, а кто второй? Олег. Все дружно. Я не буду все говорить. Дружно, все не дружно будешь? В Джонни. Втопите. Знат, что мне делать с Олегом? Что мне делать с Олегом? Я несколько раз сказал, что я время откатываю. Стоп, а ты сейчас, Знат, видишь всех? Ребята, воскрешенным можно говорить. Как в прошлый раз. Ну и что? Можно. Не было. Можно.
Не, ну давай пусть одного импостера спалили. Ну типа двух. Ну, я уже вам спалил, кто меня убил конкретно. Я же вам не придумал. Это я убил Зната. Хорошо, кикайте меня. Все. Терз, заткнись. А чатку Знат, ну втопи ты уже. Второго не скажу. Театр. Ну сколько можно? А ты второго увидел? Мы поняли, что это Джонни. А Галыча со мной рядом не было же. Мы поняли, что это Джонни. Проголосуй. Я не могу голосовать. Я живой, но я играть не могу. Серьезно, ты врёшь. Не нажимаю, у меня не нажимается. Я что, придумал, что ли? Нет кнопки. Ты не ангел, получается. Ты демон. У меня скипа нету. О, я нажал протект. Вот сейчас я нажал протект. Ты демон. Все, защищай меня, Знат. А что значит протект? Ты же ангел. Ты же ангел. Там, походу, я сейчас Джонни спас этой кнопкой. Я не знаю, что я нажал. Я, короче, нажал. Знаю, что ты сделал. Просто проголосуй в Джонни. Смотри, сейчас, если Джонни выживает, то я точно ангел его. Угу. Да что ж такое? Ты точно ангел его, ты точно ангел его. Это свайпер, балбес. Я понял, кто свайпер. А голландский тоже что? Нет. Чатку, мой спаситель, он свайпер. Блять, короче. Надо, блин, в инвизии убивать. Блять, как они так быстро починили? А, инженер ебаный, блять. Он по люкам прыгает. Я знаю, что он вон там. Не надо, не надо. Опа! Кофе умер. Где? В Караганде. Понял. А ты его зарепортил или что? Мне почему-то кажется, что нажал. Вот этот чатку это свапер, который сейчас защищает Джонни. Нет! Бля, так и есть. Он скидывает меня, и он, короче, защищает Джонни. Так кого голосовать получается? Надо а вот хрен его кого, знает. Кого он вкинет и проголосовать. Да он хрен снайпит, да. Мы хрен поймем, кого да. Вкинул. Так слышишь? Я видел, он говорит, он видел, он убил Зната. Не, он пишет, ну вот, ураган пишет. Литпут, вот. Да, ураган, это ураган. Это Литпут, ураган, по-любому. Так он пишет, это по-любому ураган. В меди был. Это ураган 100%. Все в ураганы. Короче, проголосуйте в зоне сейчас. Этот. Или Литпут в урагана в лучше. Лучше в ураган. Если что, она... В урагана. Доми, ты же понимаешь, что я теперь кикнут? То, что ты не в Джоне проголосовал. Ладно, я в Джоне. Я в Джоне, кстати. Бля, надо было в урагана. Нахуй я в голландского решил стрельнуть? Я так и понял... Чего? Чего? А кто свапер? Я свапер. Если что, я свапер. Дебил, реально. Я свапер. Понимаете? Я подписчик просто зашел и раскидал вас за одну игру просто. Чё, Олег? Как? Говорю, подписчик зашел и раскидал вас за одну игру просто. Вообще в легкую. Ребят, я хотел в первом раунде спасти Джонни, а во втором реабилитироваться и выкинуть урагана вместо Джонни. Боже, ну ты свапер, конечно. Бля, пиздец. Охуеть. Это круто получилось. Я буду победно голосовать голландского теперь, блядь. Согласен. Алёна! Раз. Так, а зачем? Чуваки. Урагана роль. Это надо... Роль очень имбовая, вот просто... задание сделал? Мне кажется, со Знатом. Нет, лучше моей роли ни у кого нету. Погоди. Лучше не бывает. У меня тоже. Чуваки, это пиздёж. Я видел, как он люблю. Это пиздёж. Я запутался, погоди, стой. Что происходит? Он наебал. Это наебал. Что происходит? Вы можете объяснить? Ураган врет, и Знат врет. Нет, мне крюмейт выпал. Какой врет? Вы на кого гоните? Вы слышали, какой голос Ната? Нет! Нет, лох. Ребят, короче, ураган врет, потому что я видел, как он люк прыгнул. Пиздун, бля. Да вы Джонни тоже пиздун. А вот это Джонни. Что произошло сейчас или нет, я не понимаю. Я даже не понимаю. Джонни врет, ураган был у стола все время. Не, вы сейчас склоняете к тому, что вот эта ролька, где надо сделать первое голосование, выкинуть кого-то или что? Нет, ураган. А Джонни врет. А в чем проблема тогда? Урагана кикнуть тогда. Джонни врет. У Джонни задание, походу, чтобы меня кикнуть. Да, нельзя урагана кикать. Кто кикает ураган? Нельзя. Конечно, ураган нельзя кикать.
блин. Конечно. Хорошо. Он же импостер, который ты и кореш защищает его. Хорошо, кто кикает не урагана? Кто кикает не урагана? Я уже урагана проголосовал. Кого урагана еще, кроме урагана? Я скип. Короче, Галыч это ураган. Ураган, one love. Роль. Да ты че, люди, че за поводок на лю? А ну происходит? Перестали. Че перестали? Тихо. Сука. Тишина в классе. Мне нужно сделать так, чтобы урагана выкинули. Как мне это сделать, блядь? А, я задание даже делать не могу. Так, диковинка, Аси. Кофе, выполнил. Молодец. Блядь, пожалуйста, только не убивайте урагана. Чекайте. Блядь, не успею. Это доми, ля-ля-ля. Это доми, это почему? Доми. Потому что доми стоял на камерах. Доми стоял на камерах, Литпут выполнял Саймона. Диана, можешь сказать, где мы стояли? Аси прибежал к доми, который стоял на камерах. И Аси труп на камерах. Мы с диковинкой, в принципе, все практически весь ртун бегали. Подождите. Дайте просто. Два человека, блядь, у нас балаган пиздец какой начался. С самого начала раунда я пошел в левую часть. А, стоп. Кстати, подожди, ты ушел, говоришь, с камер сразу? Я не стоял, не вставал на камеры даже. А, я зашел туда стоял, и убежал тогда сразу. Тогда это Литпут, тогда Литпут. Почему Литпут? Который был на Саймоне. Ну, Литпут бежал с той стороны с камер, и там труп Аси. Я сделал задание на Саймоне и пошел потом туда, в медицину. Ураган, ты где был? Ураган, ты где был? Мне кажется, по логике, да. Я на карточке попросил. Просто смотрите, когда ураган был на метеоритах, Аси пошел, ну, типа, вниз, я иду наверх, урагана нет. Я пошел. Аси? Он вверх ушел, да. Он вниз ушел. Подожди. Аси на камеру. Я с самого начала раунда побежал на кометы, выполнил 10, включился саботаж, я пошел, починил саботаж, пошел на кометы. Саботажа не было. И Ася. Был саботаж. Был. Опа! Ураган, проблема в том, что во-первых, комет 20, а во-вторых, был саботаж. Я 10 выполнил и прервал задание, потом пошел доделать. Хотя не, стоп, не закидывайте в Джонни, может у него роль вот эта, которая типа... Честер, типа? Я тоже так думаю, я думаю, поэтому бросил ураган. Короче, это ураган, это ураган, это ураган. Я слышу, как Олег, да, вот это, я ничего не знаю. Но Джонни хочет выкинуть ураган из первого раунда. А я чё? Джонни хочет выкинуть. Джонни, а я чё уже не так-то сделал? Слушайте, короче, не-не-не, это ураган и Галыч, это ураган и Галыч, всё просто. Боже мой, ну давайте кое тогда выкинем Джонни. Ебать, Галыча так легко, знаете, он может одного полностью обвинять. О, подожди, сейчас получится? Вот, давай. Ребят, ты прощай, ты прощекал меня номер? Я создал голосование, потому что Джонни в конце раунда вкинул в меня. И я сейчас просто, чтобы немножечко развеять вашу скуку. Зачем? Как бы... Пошел, убил бы его. Опа! И все. Смотри, а? Галыч, как это бы... ураган. Просто тебя, Галыч, понимаешь, как, знаешь, как ты можешь полностью давить импостера, но когда кто-то скажет тихо, это голландский, я думаю, так, кто это сказал? Кто это? Не, на самом деле, я просто думаю, что это Литпут, понимаешь? Да, я в Литпут голосовал. Я капитан, у тебя 6 голосов, голосуй куда хочешь. Вы уже определитесь, кого вы голосуете, то в Джонни, то в урагана, то в Литпутов, то в голландского. Короче, я... Джонни подозрительно урагана, да. Я... Реально! Вы что, нахуй, издеваетесь? Почему у вас ураган под... Ребят, я с Доми скан прошел, Не-не-не, Джонни не приходил, он сфейковал. Пиздобол, ну мы уже поняли с его, блядь, хуйней. Геймпад убери. Ладно. А что стало? Замьютесь, Валя. Фу, противно. Все, прочекали меня. Оп, пойдем саботаж чинить. Бля, кстати, как на геймпаде это выполняется задание? Хочу посмотреть. Кофе, знат. Бля, тут есть карта? Нет карты. Как карта? Олег? Это не Олег? Это не Олег, он просто подбежал, походу, с верхнего вот два. Да, я подчинился. А я увидел. Я подчинился. Ну, значит, тут минус. Пусть Олег скажет, пожалуйста, Олег. Смотри, я подчинил саботаж сверху, побежал вниз. Да, побежал вот на левый саботаж, чтобы починить его. Побежали через верх и побежал через низ. Вот, бегу, и там валяется труп Дианы. Все.
Я ее видел, когда бежал наверх снизу. Мы с ней пересеклись. Я когда к вам наверх. Бежала, она на метеоритах задание. Ой, на метеоритах, на щитах задание выполняла. Она там труп кофе. Чуть левее. Нет, смотри, вот как только выход из хранилища. Мне нравится голландский. Вот прям на дверях, короче. Погоди. Это не Гличан, блядь. Я сказал в голландском. Кто такой дурачок? Кто дурачок такой? Подожди, одну секунду. Смотрите, короче, ураган был в нижнем управлении. И есть подозрение, что он мог прыгнуть в люк в управлении. И выпрыгнуть вот у этой херни, типа, когда идешь со щитов вверх. У щитов, да. Какой вопрос, почему Джонни до конца давит ураган? Потому что я видел изначально, я в самом первом раунде сказал, что я видел. Хорошо, Джонни, успокойся, ищи другого, мы кикнем его, если что, блядь. Вот есть роль, типа, задание кикнуть одного человека, вот и всё. Я и говорю, пускай он ищет другого, если что, мы тебя кикнем, мы тебя на сладкое. А вы заметили, что Знат кинул? Вы заметили, что Знат кинул в меня, хотя все знают, что я капитан? Ну смотри, здесь кто минус 4 человека. Да. Это. Ну, я Джонни, просто голландский, знаю. Короче, ураган и Олег, все. Ураган мог, ураган я по факту. Что сейчас сделал? Но не глич, это точно не глич. Но подозрительный самый, я считаю, Литпут все равно, Олег. Ребят. Да, кстати, не надо забывать. У меня опять 4 голоса, я клянусь. А как три импостера, может быть, если два? Один ураган и второй. Подождите, Акил где был? В читке или где? Ну, на свету. Интересно, вот что за три гения? Там, извини, я докинул тебя. Выше щитов. Ладно. Что? Спасибо. Я выиграл наконец-то. Алёш, почему мы же Литпута выкинули? Свайпер был, походу, который типа. Так поменял. Я был свайпером, я ничего не делал. Погоди, стоп! Я выиграл, там написано Виктор и у всех, но у меня роль была, чтобы выкинуть урагана. Я выиграл! Да, но, урагана было. Мы Литпута выкинули. Так Литпута выкинули же. Меня же выкинули. Так, алло, я был вторым предателем, сфигали. Я понял, что ты был предателем. Что? Я как капитан вкинул в Литпута, и у него было больше голосов. Почему выкинули урагана в итоге? Это нечестно. Не, может мой голос. Предатели выиграли, ничего не знаю. Да какие предатели? Олег, свайпер местами меняет, и вы телом меняетесь. Я закатку... Только сам или что? Я закатку никого вообще не убивал, я просто хотел посмотреть. У меня была эта роль шпиона, спай, и у него есть способность... жучок. И там у него КД вот эта способность 60 секунд. И проблема в том, что КД, оно как-то странно работает. Оно то отсчитывается назад, то не отсчитывается. Кофе, там две кнопки. Сверху желтая, если я не ошибаюсь. Снизу обычная, как камера. Олег, и смотри, камера это ты сам смотришь свою камеру. А верхняя, это ты вроде как расшариваешь свою камеру для других импостеров, понял? Но она вчера у меня не работала. Вот, у меня тоже она не работала. Олег, короче, вот типа, вот ты примерно понимаешь, типа, почему тебя все видят прекрасно, когда ты, типа, ну, записываешь, а когда играешь, типа, и поэтому тебе легко спалить. Бля, я был серийным киллером, хотел убить Джонни, нахуй, но меня... То есть просто так я не могу это делать, да? Нет. У тебя какая роль? Нет, смотри, Олег, для того, чтобы мы привыкли, ты должен теперь это делать всегда. Абсолютно всегда. И тогда тебя не будут вычислять по эмоционалу, вот только тогда. Да. Какие вы, блядь, не, ну это бред, на самом деле. Ну, в смысле, бред, мы все... Ну, в прямом смысле. Понятное дело, у меня желание не будет записывать, когда мне одна и та же роль падает по 10 тысяч раз, типа, и кто мне ничего в геймплее не происходит. Ты должен с такой же экспрессией играть, как ты записываешь, и тогда никто не спалит тебя по эмоционалу. Да. Экспрессия или экспрессия?